комитет. Составы команд. Категория FIFA город Бишкек. Второй судья Дастан Макешев. Третий судья Мирлан Кадралиев. Легионеров, но... Ой, хорошая атака может получиться. Сходу решил пробить. Игроспорт. Ой, какая замечательная передача. Удар. Еще удар и гол. Гол. Заря открывает счет в матче. Великолепный пас команды Заря. Талайнур Дурузбеков открывает счет в матче. 1-0. Вратарю, да, нельзя ошибаться. Хорошо, что мяч прошел дальше. И направо. Ой, какая замечательная комбинация. Куда? Направо. Пробить. Вратарь. Великолепно отбивает половины. Ну вот, неплохо. Можно было забивать сейчас второй гол. И вновь отбор хороший. И удар с рикошетом в штангу. Ой, какой удар хороший получился. Неожиданно для вратаря. Владение Зари. Гол. Гол показывает судья. Несмотря на то, что там лежит вратарь. Третий номер, да, видимо, забил. Да, у Зари. Это Таланбек Луджергалбек. Никто не пошел на... А вот здесь можно забивать! Вратарь молодцом. Начался второй тайм матча. Ой, хорошо. Забивать надо здесь. Да, гол. 2-1. Токоев. Гол забивает. Ну что ж, потому что Марлен Джолдубаев в старте, да, вот в первой четверке, да, в самом начале матча его не было. Но поменял тут тренер после перерыва сочетание четверок. Вот. Да, игрок очень качественный. Но это лишь мой взгляд. Вот сейчас момент хороший, спорткомитет должен забивать. Есть, 2-2. Подкараулили таки ошибку соперника в этой четверке. Ну, молодцы, молодцы. Спорткомитет взял игру в свои руки. Свисток. Ох, мяч попадает в штанг. Ой, какой выход и гол. Гол! Спорткомитет забивает! Третий мяч! Токоев! Ну, я говорил, да, дорогие друзья, что это риск. Заря рисковала. И пропустила. В момент просто опаздывают ребята. Оба здесь тоже забивать надо было уже. Гол! Гол! Заря сравнивает счет. 3-3. Нурслан Сыдыков. Друзья, какая игра. Какой накал. То 2-0. Заря вела по счету. Спорткомитет. Сезона у нас. Да, и звучит финальный свисток со счетом 3-3.